Артем передает привет имениннику, своему брату Валерию Альбертовичу Чекыр, которому сегодня исполнилось 54 года. А еще Валерий Альбертович, судя по всему, внук Саша вам передает привет. Спасибо. Доставили. Меня зовут Арина. Здравствуйте. Спасибо, ребята. Здравствуйте, Арина. Хочу поздравить с днем рождения Дениса Сухачева и пожелать ему счастья, здоровья и хороший мотоблок. Арина, у вас рациональное прям-таки мышление. Это здорово. Поздравили, доставили и пожелания, надеюсь, сбудутся. Как и договаривались, Михаил Круг, студент. Следующий пример. Привет любимому дедушке из Самары Валерию Альбертовичу Жмышенко. Валериев Альбертовичей сегодня у нас в эфире достаточно много. Желают ему здоровья, гладкой дороги и всего самого наилучшего. Так, еще у Валерия Альбертовича день рождения, 54 года, его тоже поздравили. Валерия Филатова передает семье Мельниковых, Сергею и Людмиле. Спасибо. Из Невинномысска огромный привет. Здорово, и еще не забыла про Артема Усачева. Вот так.